В Зериндинском районе растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. В структуре промышленного производства области район занимает более 23%. Ведущими отраслями являются обрабатывающая и горнодобывающая промышленность. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры и туризма, а также поддержке сельского хозяйства. Бюджет района за 2023 год составил более 8 миллиардов тенге. Объем валовой продукции в сфере сельского хозяйства Зериндинского района составил почти 40 миллиардов тенге. По итогам уборочной кампании средний урожай около 9 центнеров с гектара. В свою очередь туризм получает большие возможности развития, ведь Зериндинский район, известный как своей природой, так и богатым культурно-историческим наследием, имеет уникальный потенциал в этой сфере. Зериндахав-марафон, который прошел в октябре, привлек в регион более 600 участников. Один из наших главных приоритетов развития инфраструктуры – это для туризма. Мы работаем над улучшением дорог, общественного транспорта и размещением. Создаем условия для процветания туристической индустрии, которая будет приносить пользу нашему сообществу в развитии экономики. Население Зериндинского района – более 35 тысяч человек. В нескольких селах реализуются проекты строительства. Для привлечения специалистов здравоохранения выделяются квартиры в новостройках. В планах не только жилищные и социально-культурные объекты. Также разрабатываются документации для возведения скотомогильника и временного приюта для бродячих животных. На будущие проекты строительства запланировано порядка 23 миллионов тенге. В текущем году план по воду составляет 50 тысяч квадратных метров строительства. По итогам 10 месяцев введено 6097 тысяч квадратных метров. Все за счет индивидуального жилищного строительства и ввода 40 квартирных жилого дома. Также имеется два проекта по реализации строительства 45 квартирных жилого дома по улице Садовой, 9. Далее разработка проектно-сметной документации строительства пожарного депо, строительства исторического краеведческого музея в селе Зеринда, разработка проектно-сметной документации по объекту строительства досугового центра села Алексеевка и Шагал. Немалое внимание также уделяется вопросу централизованного водопровода. На данный момент им охвачено более 18 тысяч жителей. В селах имени Сакена Сейфуллина, Брлестек, Дороговка, Конысбай в текущем году разработаны проекты водоснабжения. Кроме того, на содержание и ремонт автомобильных дорог было выделено 1,5 миллиарда тенге из областного бюджета. Реализуется социальное партнерство с бизнесом для ремонта дорог, используемых техникой производств. Эльмира Оспанова, Жюрсену Мирзак, Кокше, Акпарат.